Собаки, пока-пока, мы уходим. В смысле уходим? Пиздец, гулять? Да, вы остаетесь дома. Все, мы уходим, до встречи. Блин, ну что за фигня? Да, Оскар, это очень странно, они первый раз в жизни не взяли нас с собой гулять. Ну ладно, будем спать тогда. Ну, блин, я не хотела спать, но, видимо, тоже буду. Гулять? Ура, гулять! Ура, мама с папой вернулись! Здорово! Когда выйду, первым делом покакаю, а когда вернусь... Оскар! А мамы-то с папой дома нет? Блин, и правда. Кажется, приглючило. Ладно, пойдем спать. Гулять, гулять... А-а-а! Если мамы с папой дома нет, то значит дома есть кто-то другой. Надо найти его. Кажется, он под кроватью. Нет, кроме папиных носков ничего. Фу. Тогда ты иди проверь в шкафу в прихожей, а я в ванной. Джонни, здесь никого нет! Тоже никого нет! Это значит, это привидение! Все хорошо, нужно просто попытаться заснуть. Ладно. Гулять. Гулять, собаки, гулять! Мама, папа, нам такой кошмар приснился. Ну, собаки, вы или же боки, конечно. Мы уже полчаса не можем вас разбудить. Пойдемте гулять.